Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В сегодняшнем нашем выпуске песни не будет. Решили дать вам немного отдохнуть, но ненадолго, не расслабляйтесь. Сегодня будет рок-поэзия. Почему рок-поэзия, сейчас объясню. Стихов, как заготовок песен, у нас много, но не все они перерастают в песни. Жалко их томить в столе. Поэтому в одном из недавних выпусков блога за номером 48 и с названием «Как стать рок-поэтом» мы решили в качестве эксперимента зачитать несколько стихотворений, которые еще не переросли в песни. Посмотреть, как будет реагировать публика на такую рубрику в наших блогах. И вы знаете, реакция была самая положительная и доброжелательная. Зачитаю несколько комментариев. Вот, к примеру, посетитель с ником e.chekhov пишет «примитивно». Ну, как вы сами понимаете, с такой-то фамилией и Кант с Гегелем недоумками покажутся. А вот крымский художник Егор нижнее подчеркивание Бред пишет: «Зачем же использовать такой примитивный до безобразия слог?» На что я должен ему ответить, что это сделано специально, чтобы скрыть глубину наших мыслей. И судя по тому, что если даже крымский художник ничего не уловил, то у меня все получилось. А вот постоянный наш хейтер Зацкал под моим стихом, который написан стихотворным размером «Анапест», задает мне обезоруживающий вопрос. А вы в курсе, что у стихотворений есть другие размеры, а не стандартный ямб? Но помимо продвинутых литературных критиков, были отзывы и нормальных людей. К примеру, посетитель с ником Петрожички пишет «Ужас!». Благодарю его за комплимент, потому что я тоже в меру своего понимания поэзии считаю, что настоящая поэзия как раз и пишется не на злобу дня, а об ужасе дня. Маргарита Галимова с ником RitaGal1966 тоже пишет очень кратко, но емко: «Респект». Также немногословен Карковой Сергей: «Хороший текст, жизненный». А пользователь с ником Бибахт пишет: «Вроде незатейливо и просто, но его слова почему-то запали мне в душу. Поэтому я, с вашего позволения, зацитирую их полностью». У Волощука огромный талант в сочинении стихов и музыки. Своими песнями он передает настоящее, поет о настоящих общечеловеческих ценностях, не хайпует, матом не кроет, не призывает к самоубийству или к насилию. Я ему аплодирую. Помимо различных комментариев, также было много пожеланий и просьб продолжать представлять свои стихи. Поэтому, видя неподдельный интерес различных любителей рок-музыки к русской поэзии, мы решили создать еще одну постоянную рубрику, также с простым и незатейливым названием «Рок-поэзия». Сегодня как раз и сделаем ее первый выпуск. Волощук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл. Волощук СД. Бороться с мерзостями. Бороться с мерзостями может только дух. Как его сделать крепче, вот задача. Быть может, укреплять нам зрение и слух, чтоб видеть, да и слышать то, что надо. Вот только как определить, куда смотреть, и как понять точнее, что надо слушать. Ведь если нам на совесть наступил медведь, то плохо видно, да и слышно нашим душам. Блок как-то говорил, что музыка есть дух, и это очевидно, не поспоришь. Но надо уточнить то, что у мелких душ и песни мелкие, по глубине ничтожные.
И возвращаемся к задаче мы опять. Как укрепить нам дух и сделать выше? Не остается ничего, только пахать. И не кривить душой, чтоб ноты были чище. В этом мире мы за все в ответе. На эту тему рассуждали многие великие поэты. И Гёте, и Ницше, и Александр Блок, и Илья Кормильцев. Парафразы на их мысли вы найдете и в этом стихе. Но, думаю, никогда не лишнее. И по-новому порассуждать на эту тему. В этом мире мы за все в ответе. В том числе и за грехи отцов. Я не говорю уже о детях. И за власть, само собой, без слов. Мы достойны и детей, и власти, мы достойны и друзей, и жен. Мы большого целого лишь части, целым здесь никто не сотворен. Целым можно только себя сделать, понимая, что ты часть и часть. Кто не частью мнит себя, а целым, тому целым никогда не стать. Спесь людская хитрая подруга, в нищем она есть и в короле. Быстро так становится натурой большинства живущих на земле. И тогда вокруг все виноваты в том, что глуп ты или паразит. И идея в воздухе витает все отнять и честно поделить. Вечная идея и простая, справедливые ее цели и ясны. Но сама вот справедливость заявляет: люди меж собою не равны. Много раз все отнимали люди и делили честно много раз. Только возвращалось все на круги, и опять по новой, в добрый час. Ты умнее от того не станешь, что отнимешь у кого-то дом, только не найдется оправданий перед окончательным судом. Вместе радуемся, вместе и страдаем, все мы звенья лишь одной цепи. Если это все не понимают, лучшие все чувствовать должны. Что понятно в 18? В 18 непонятно, кто мы и откуда мы. Что нам делать, что искать нам, как добраться до звезды. Что читать, смотреть и слушать, с кем дружить, кого любить. Что нам стоит пускать в душу, перед чем поставить щит. Где узнать секрет победы, кто научит побеждать. Как найти на все ответы. Где во лбу седьмая пять? Как заранее узнать нам, чем порадует судьба? Ждет нас участь простой пешки или же судьба ферзя? Выйдет ли из нас властитель своей собственной судьбы? Или вечный на подхвате, лишь подай да принеси? Стать бы в жизни единицей, оторваться от нуля, в чужих снах не раствориться, не забыть бы про себя. И не стать бы шибко умным, прочитав один букварь, чтобы с песни превратила нас в напыщенных гусар. Чтобы похоть, лень и водка, да бездельники-друзья не смогли нас сбить с дороги к постижению бытия. Если же не станем первым, то хотя бы у одра, чтобы люди не сказали, был ни два, ни полтора. Мир обретает краски. Мир обретает краски. Мир обретает смысл, если к мечте и сказке мы направляем мысль. Если от мысли к делу мы направляем шаг, крепнут и наши руки, занятые в делах. Крепнут и наши души, видимо, там, в делах, кроется сила духа, а не в одних церквах. Сердце ровнее бьется, если нашел себя, и когда свою душу вложил в свои дела. И взгляд открытым тоже будет у нас всегда, если мы не боимся трудностей и труда. Тверже стают поступки, принципиальнее речь, если ты понимаешь, что сам судьбы творец. Мне бы волю. Часто слышу: мне бы волю,
с дополнением: «Я б тогда своротил бы даже горы и построил города. Только надо, чтобы мне дали в подчинение полстраны и финансами снабдили. Деньги очень здесь нужны». Также очень часто слышу: «Если б я был президент, то раздал бы всем по серьгам, каждой страждущей сестре. Только чтобы всем хватило, надо, чтобы весь народ был сознательным и честным, вовремя платил налог». Еще слышу: «Мне б гитару, я б такого наиграл, зарыдал бы сам Сантана или тот же Джек Уайт. Но хорошую гитару, ну хотя бы вот Лес Пол или Фендер Стратокастер, чтобы играть вам рок-н-ролл». Но в итоге все мечтания вот у всех этих господ сводятся в одно желание: денег мало для свобод. Только деньги все решают, им без денег никуда. Только деньги лишь серьезны, остальное ерунда. Как-то слышал я однажды, кто-то умный говорил: лишь посредственности денег не хватает на прорыв. Вот таланту дай лишь место воплотить себя тогда. Времени же не хватает только гению всегда. Скоро осень. Скоро будет осень. Ветер грусть приносит. Скоро будет осень, долгие дожди. И задаст нам осень жесткие вопросы: много ли мы скосим, много родили, много ли создали, много ли вложили, все ли наши зерна вовремя взошли, и на то ли летом тратили мы силы, будет чем наполнить наши корабли. А весною снова окна мы откроем и услышим голос молодой весны, но вопросы будут у нее серьезней, хоть и будут тихо произнесены. В зиму не пропили мы таланты силы, в зиму не забыли мы свои мечты. Возродиться снова все ли мы готовы? Не боимся снова с миром быть на «ты»? Так хочется сорваться. Так хочется сорваться в карьер и прямо с места. Да ноги не умеют одерживать побед. И хочется подняться со своего насеста, взлететь, как ясный сокол, да в крыльях перьев нет. Когда одни страдали, с собою рисковали, падали и взлетали и летом, и зимой, другие лишь смеялись, надеясь, что медали и пенсию в финале дадут само собой. Но оказалось хуже, чем многие мечтали, и тем, кто ждал финала, медали не дают. Медали разбирают участники баталий, а зрители лишь смотрят на праздничный салют. Часто забываем. Этот стих посвящается моей любимой жене. Часто мы в суете забываем, что уходит сквозь пальцы вода, и в беспечности нашей теряем, что считали своим навсегда. А потом не вернуть нам обратно то, что стало чужой судьбой. И уходят от нас безвозвратно, кто любил нас, давал нам покой. Не заметили, не оценили. Теперь поздно уж локти кусать. Научиться бы главное видеть, чтобы не было горьких утрат. Научиться ценить бы любимых. Еще больше ценить, кто влюблен в наши прихоти и недостатки. Научиться ценить наших жен, наших преданных и неподкупных, наших лучших подруг боевых, что в беде нас прикроют отважно и на ласку для нас не скупых. На колени, друзья, на колени, и прощения просить наперед. В суете же опять позабудем то, что счастье ведь рядом живет. Хочу я верить. Хочу я верить в то, что быть должно на свете, и радовать всех нас, как солнечный рассвет. И верить в то, что лучше нас, умнее будут дети. Не хочу верить только в то, чего на свете нет и быть здесь не должно, чему здесь нет и места, ни в чьих-то жутких планах
не во снах. Жаль, что мечты мои, не говоря про действа, лишь вызывают смех в спесивых головах. Насмешки умников меня не остановят, как верил, так и верю в белый свет. Как сочинял всегда осмысленные песни, так я и буду говорить о кыну «нет». Надеюсь, что мои стихи услышат дети, в которых не успели воспитать цинизм. И если они умникам презрением ответят, значит, не зря я прожил свою жизнь. Ну вот, на сегодня и все. Будем ждать ваши отзывы и комментарии. И с сегодняшнего дня призываю подписываться на наш канал не только любителей рок-музыки, но и рок-поэзии. До свидания, друзья!